Новогодние мероприятия в самом разгаре. Дети и взрослые участвуют в различных мероприятиях, чтобы порадовать Деда Мороза и приблизить Новый год. Наши юные коллеги из программы «Бухты-барахты» наблюдали, как творчески подошли к заданию чебоксарцы, участники конкурса видеороликов. В Чебоксарах завершился городской конкурс новогодних видеороликов. Ребятам предлагалось оригинально поздравить Деда Мороза с Новым годом и снять свое выступление на камеру. Всем Дед Мороз дарит подарки. И вот вроде он отдает, а назад вроде ничего не получает. Поэтому хотелось бы вначале от детишек услышать слова доброты, слова признательности, слова любви к Деду Морозу для того, чтобы потом, 31 числа, он сделал для них маленькое чудо. На конкурс было прислано более 80 работ. Ребята дарили Деду Морозу подарки, превращались в новогодние игрушки, показывали все свои таланты. Данила Панов, к примеру, сыграл для волшебника на флейте. Уходит год дракона, приходит год змеи. Пускаю Дед Мороза, все сбудутся мечты. С праздником, Дед Мороз! Черновой вариант без костюма я один раз сделал, а с костюмом уже сделал 3-4 дубля. В номинации «Дошкольники» главный приз получил 5-летний Богдан Андреев, он же «Богатырь». Здравствуй, Дедушка Морозный! Вот вопрос к тебе серьезный. Почему лишь раз в году видеть я тебя могу? Посмотри-ка, я подрос, милый Дедушка Мороз. Новый год совсем уж близко. Тебе привет, мой богатырский. Я захотел стать богатырем, чтобы сестренку свою защищать. Критериев было много. Это, конечно, в первую очередь артистичность детей, а сюжет, то есть чтобы детки не просто читали стихи, то есть именно чтобы была идея. Вот. Значит, сложности возникли в первую очередь определение номинаций у дошкольников. Было прислано очень много работ, очень хорошо поработали музыкальные руководители, воспитатели, проявили смекалку, проявили интерес к конкурсу, и поэтому очень сложно было определить, и пришлось жюри даже расширить список номинаций и список вообще призеров. Посмотреть работы победителей конкурса можно сегодня на национальном телевидении в 20 часов в детской программе «Бухты-барахты». Мария Шоклева, Евгений Анисимов, «Республика». Уважай, мой Дед Мороз, Мороз Иван, поздравляю вас от лица России с Российской Федерации и с Новым годом!